Ко Дню Победы ветераны в Дагестане получат по 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Дагестана. Выплаты предусмотрены 48 ветеранам. Это участники и инвалиды войны. Это только региональные выплаты. Еще по 10 тысяч рублей также фронтовикам будут выделены из федерального бюджета. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме онлайн. Принять участие сможет любой желающий. Достаточно подать заявку на официальном сайте polkrf.ru. Необходимо выбрать свой город или субъект федерации. После регистрации вы сможете ввести данные своего предка, а также загрузить фотографию. И в День Победы в трансляции выбранного региона покажут вашего родственника, который был участником Великой Отечественной войны. Точное время показа можно будет найти на сайте в личном кабинете.